Больше 3000 людей в Казахстане нуждаются в трансплантации органов. В листе ожидания преобладают люди, страдающие заболеваниями почек. В Павлодаре своего шанса на здоровую жизнь ждут почти 100 человек. Среди них один ребенок. Донация – относительно новое направление в медицине Казахстана, но оно уже есть, первые успехи. Об еще одном случае донорства в Павлодаре расскажет наш корреспондент. Здравствуйте, Гульмира. Вам слово. Ренат, здравствуйте. Мы возле операционного отделения первой городской больницы. 3 марта здесь была удачно проведена операция по эксплантации сердца. И это уже 9-й случай донации в нашей области. С каждым годом увеличивается число операций по трансплантации донорских органов. Меняется сознание людей. Радует то, что трупное донорство, которое является приоритетом в развитых странах, у нас больше становится. Если в 2017 году в нашей больнице было 4 донора, в 2016 году тоже 4 донора, а в этом году уже у нас был тоже один донор. Донорское сердце Павлодарки дало шанс молодому человеку на новую здоровую жизнь. После перенесенного инсульта и в последующем была проведена констатация смерти мозга, после которого мы начали проведение, получается, кондиционирования с целью трансплантации. В процессе этого было изъято сердце, которое было успешно пересажено пациентом. Вот. Пациент молодой, реципиент, который 92-го года рождения, западного Казахстанской области. Во всем мире трупное донорство имеет больше преимуществ, чем родственное. В кодексе о здоровье народа существует такое понятие, как презумпция согласия. Но пока наше общество не совсем готово к этому направлению в медицине. Единственная страна в мире, где эта проблема решена на 100%, является, как ни странно, Иран. Где нет очереди на пересадку органов. И у них развито общественное сознание так, что на улицах висят плакаты, где написано: душа нужна Аллаху, а тело нужно другим пациентам. Поэтому не государством гарантируется. Если человек нуждается в пересадке почки или другого органа, ему предоставляется. После интенсивной пропаганды люди стали более осведомлены этим. И они стали больше идти на контакт. То есть они стали больше помогать окружающим людям, которые действительно нуждаются в органах. По последним данным статистики, в листе ожидания в Казахстане стоят 3517 больных людей. Донорский орган для них – единственный шанс на дальнейшую счастливую жизнь. Вот такая печальная статистика. Ренат. Спасибо, Гульмира.